Приветствую всех любителей видеоигр. Тут вот демка, короче, стала доступна на несколько дней. Resident Evil Village — это восьмая часть игрушки, получается. Там можно поиграть всего часок в нее, и потом она захлапывается, и больше играть в нее нельзя. Мой компьютер, короче, по минимальным требованиям вроде подходит к этой игре. Ну вот не знаю, сейчас посмотрим, как там будет игра. Играться, будет лагать или не будет лагать. Здесь также есть русская озвучка, я там включил русскую озвучку. Также есть субтитры, я включил. И вертикальную синхронизацию я в настройках отключил. Может быть, это поможет для уменьшения лагов, чтобы было поменьше лагов. Здесь вот видите, что нам дают сыграть в игрушку только час. Здесь вот в правом верхнем углу, видите, тут что-то как-то мышь не особо быстро двигается. В настройки что ли зайти? Управление. Инверсия кнопок мыши. Что это означает? Короче, не знаю, как-то она медленновато, где? Инверсия кнопок мыши. Ладно, не так. Здесь вот написано, можно сыграть в демо деревню и в демо замок. Не знаю, чего поиграть, в деревню или в замок. Ну, в деревню я вроде видел, как там играли, а в замок я еще не видел, как ее проходили. Не знаю, в замок, что ли, попробовать сыграть. Давайте в замок. Сложность. Возьму сложность низкую, так как я ни одну из игр этой серии не проходил. Играл только вот... Начинал играть в Resident Evil Zero и в Resident 3 в демку играл. Короче, я тут нубяра в этой серии игр, поэтому беру низкую сложность. Демо-версия ограничивается 60 минутами игры. Можно играть только в сети. Сохранение и загрузка игры недоступны в демо-версии. Дочь Итана, скорее всего, находится в замке. Итан вошел в грозную твердыню, лелея надежду, что может отыскать ее, но внутри его ждал очень неприятный прием. Так. А, это загрузка идет. Осмотреться. Так. А это уже игра, да? Блин, ног не видно. Не люблю трехмерные игры от первого лица, где не видно ног, короче, персонажа. Получается, что непонятно, за кого ты играешь. Так, а еще куда мне идти теперь? А, вон тут. Так, короче, вообще непонятно, что мне надо делать тут. Какая-то дверь. А. Замок не открывается. Что это у нас тут?
О, прикольно. Какие-то мыши, да? Ржавые обломки. Как интересно пистолет-то экипировать. Блин, ну почему вот, когда вниз смотришь, что ног не видно? Вот в некоторых играх есть, и мне это прикалывает. Здесь, блин, ног нету. Игрушка, блин, за 3 косаря будет. Как будто играешь, не знаю, за какой-то, блин, привидение. Найдено кольцо какое-то. Сюжетный предмет, походу, это. Так, я что-то пройду, могу пройти. На shift бежать. Так, что такое? А, вот так, да? Посмотреть карту. Ага. Первый этаж замка. А зачем мне бежать? Куда они забрали Розу? Так, ну чё, графони вроде. Так. Тянет у меня, но мне кажется, что как-то у меня, блин, поворачивается, блин, медленно. Не знаю, он так и должен быть или нет. Мне кажется, что надо было начать лучше в деревне. Там, может, было бы поинтереснее, чем здесь. Заперто. Ножик? У меня есть ножик. Порох. А, ну вот, на правую кнопку мыши, короче. Тап, открыть снаряжение. А, ну вот, нож. А, ну все понятно. Так, пистолетик. А, вот. Так, ага. Пострелять кого-нибудь дадут? Кстати, вроде это, ну, оптимизация вроде нормальная. У меня комп такой, как бы не для новинок игр. Но так поиграть можно. Не буду полностью читать эти подсказки. Так, что там? Ног до сих... А, о, вижу. Ноги вроде появились. Да неужели?
Вон видны башмаки. Ну ладно. Хорошо. Немного видны башмаки. Просто я не знаю почему, но у меня вот такая вот заморочка насчет трехмерных игр. У меня есть. Интересно, тут фонарик есть, как его включать? Трава. Так, ну что там? Долго еще у меня до хоррора? Я сейчас думаю, еще сейчас несколько минуток здесь поброжу по замку. И, возможно, переключусь на деревню еще. Камин какой-то. Закрыто. Мы снова встретились, герцог. Зачем вы здесь? Тут можно подзаработать. Удалось ли вам найти свою дочь? Нет. Если малышка Роза и впрямь тут, хозяйка замка наверняка держит ее в своих покоях. Логично? Димитреску? Она самая. Попробуйте поискать там. Вдруг повезет. Да и, кстати, купите что-нибудь. Так, я, короче, когда эту игрушку, ну, смотрел отзывы на нее в Стиме, там некоторые писали, игроки, что, короче, из-за того, что в кат-сценах, короче, у этой игры идет, она идет под 60 FPS, если у вас не тянет на 60 FPS, то там, короче, идет рассинхрон. Идет рассинхрон там, короче, звука и того, как он рот открывает. Сейчас вот было заметно в этой кат-сцене. Магазин. А, это он... Само собой. А, это типа магазин, да? Припа. У меня есть новинки. Понятно, ладно, пока что он не интересует. Заходите еще. Интересно, а вот это вот... Димитреска — это та самая, которая эта здоровенная тетенька, да? Ну давай, открывайся. Я тут был или нет? Еще не помню. О! Прикольный. Графончик прикольный. Даже на моей слабой видюхе. У меня видюха так. Сейчас вспомню, блин. NVIDIA GeForce GTX 760. Вроде, да. Уж забыл, блин. Да, 760. Какой-то GTX 760. Закрыто. Так, сейчас. Это я в спальне, получается.
Лифт не работает. Ну, чудеж. Я почти испугался, на... когда глянул на свою тень. Так, сейчас еще глянем. Замок Димитреску. Ладно, что-то, блин, как-то тут непонятно, куда идти. Попробую сейчас. Сколько там? 14 минут. Так, хочу в деревню. Поиграть в деревню. Кто-то похитил Розу, дочь Итана. Итан оказался в странной деревне. После недолгих поисков он встретил старуху. Тут, думаю, будет тут поинтереснее. Что-то там, не знаю. Не особо, наверное, будет интересно, как я просто туплю в замке. И в жизни, и в смерти мы вас славим. Вы кто? Здесь небезопасно, спрячьтесь в дом. Что за черт? Эй, вы меня слышите? Ну, ты, отец девочки. Дитя? Стойте, вы про Розу? Она здесь? Роза, да. Она в беде. Матерь Миранда принесла ее в деревню, и нас накрыла тьма. О чем вы говорите? О монстрах? Колокол, вестник беды! Они идут! Нет! Стой! Где Роза? И что за матерь Миранда? Он звонит по всем нам! Они уже рядом! Так, ладно, короче, понятно. Роза здесь? Поищите Розу. Короче, я не знаю, вот в некоторых играх есть, например, в Mortal Kombat 11, там можно на катсцены специально, если компьютер не тянет, то катсцены можно там, короче, делать, чтобы было 30 кадров в секунду. Шла. Здесь вот идет, получается, 60 кадров в секунду, и там какой-то идет, блин, это. Рассинхрон. Так, что тут? Замок заперто, сложный. Это какие-то дьявольские круги, что ли? Так, ну. Так, закрыто, да? Ладно.
Странно, это он так медленно идет, или у меня так FPS такой мелкий в этой игре? О. Походу я слышу там какие-то звуки. Да, атмосфера прикольная такая. Кладбище. Видимо, это вход в замок. А, это замок, вот этот, да, когда, в котором я, короче, был уже. У меня предметов вообще нету. То есть мне надо найти, как его открыть, что ли? Тут изображено шестикрылое существо. Да, наверное, сказывается тот факт, что я в серию этих игр вообще не играл, я буду сейчас тупить по-жесткому, что тут надо делать. О, тут вроде открыто. Если в деревне случится беда, отыщи родовые гербы. Один из них находится в церкви, другой в доме Луизы. Церковь и дом Луизы. Так, а это я где? Получается. В церкви. Какая-то лестница. Так, здесь это не работает. Наверное, надо попробовать вон та дверь, возле которой я недавно был, надо попробовать ее. Какая-то машина, что ли, стоит? О, опа, опа, где, где, где? Не вижу. С какой стороны?
С какой стороны рычат, точно не пойму. Патрончики от дробовика, значит. Будет дробовик. На пробел, значит, блок жать, да? Так, походу это вон там, да? При повреждении мушки смоковой создает завесы. Ну вот. Есть. Так, а что, у меня патроны закончились, да? Прикольно, прикольно. Как его бить-то теперь без патрон? Непонятно, короче, управление мне. Так, все, загашен. Создание боеприпасов. Откройте снаряжение, чтобы создать патроны.
Так, ну патроны вроде создал. Короче, оказывается, здесь были зомбаки вот эти вот. О, руки. Руки покусали. Хочу... Так, надо вернуться к той этой... К той двери вернуться. Уже заблудился, не помню, куда надо идти. Так, а здесь я был или нет? О, дробовик. Прикольно. Ладно. Блин, чё ж я сразу сюда не зашел? Тут дробовичок, оказывается, был. А, вон оно как. Тут еще можно, короче, это... Закрывать дверь, наверное, и можно было отстреливаться от этих, от зомбарей. Так, ну я думаю, что это... Наверное, если бы я графику понизил, то FPS был бы получше. Ну ладно уже. Доиграю с таким в демку. А вот, открыто. Так. Здесь, да? Нет, сюда не подходит. А здесь? Во. Тут еще написано вращать, что ли? А. О, готово. Так, и... А, нужно еще один найти, да? Получается, чтобы дверь эту открыть. Так, а что-то я это самое... Здоровье зеленое, значит, нормальное, да? Ладно, пойду. Поищу. О, может быть, я найду это второй. Недостающий. Так, закрыто, да?
Так, ну здесь я вроде был, да. В этом доме я был. Интересно, он окна прострелит или нет, если стрельнуть? Так, что у меня осталось еще 25 минут потупить, да? Интересно, а вот если в настройках... Не заходит, да, в настройки? Ладно. О, какой-то подвал. Не? Закрыто? Да, тут тоже закрыто. Какие-то звуки, как будто вот там слева кто-то лазит. Здесь ничего не вижу.
Так, ну в церкви я вроде был. А вот там вроде вот здесь вот. Вот тут вот какой-то проход. Может туда попробовать пройти. Да, ну здесь оно вроде. Не пускает, заперто. Так, а вот здесь я этих. Здесь я с зомбаками мочился. Здесь я уже был. Так, он. Это что такое? Чё, что не перепрыгиваешь-то? А, блин, лечение, ёлки-палки. Прям как это, в седьмой части. Так, ну закрыто, да? Здесь тоже какой-то забор.
Так, а вот это тут. О, я что-то нашел. Не понял. Тут кто-то едет в домике, что ли? Закрой дверь! Ну! Эй, ты что здесь делаешь? Назад! Нет, не трогай! Эй, спокойно. Я вас не трону. Как же хорошо встретить здесь обычных людей. Вы не видели других выживших? Нет. Они все у Луизы. Ее не дозваться, а внутрь не пройти. Молчи, дочка. Он не отсюда. О. Черт, тут очень опасно. Твой отец может ходить? Нет. Тварь поранила его. Он может не выжить. Мы все должны попасть в дом Луизы. Тихо. Я попробую залезть. Сидите и не шумите, а я пока открою ворота. Так, что там? Зомбаки, что ли, сейчас пойдут? Осталось 13 минут играть. Не пойму, а что надо здесь сделать. Этого типа, короче, укусил зомбак, и походу он скоро станет зомбаком. В заданиях. Укройтесь в доме Луизы, попробуйте открыть ворота. О. Так, а это я куда попал? Дом Луизы. А, ну да, мне как раз... В доме Луизы мне нужно было найти вот эту вот вторую штуку. Сортир. Да, с катсценами, короче, фигня. Как я понял, что если компьютер не тянет 60 кадров, то закрыто. То получается такая вот фигня, что идет рассинхрон, короче, когда они болтают. Надо впустить. Надо. Что там было написано, не понял. Там один из гербов прикручено. И чем открутить? А, тут этот. Отвертка, что ли, нужна? Отвертка. А ножик подойдет? Не подходит ножик. Попробую найти тогда отвертку. Ну-ка, мне зайти сюда, в этот дом. Здесь закрыто. Так, а здесь?
Закрыто тоже? Непонятно. Возможно, я пропустил где-нибудь там эту отвертку или какую-нибудь штуку. О. Надо закрыть его. Тут ничего нету. Сверху там где-нибудь нет. Так, ну вот. Тупняк. Нужно попасть в дом. Наверное. Или... А, подожди, мне же нужно... Осталось 9 минуток. Демки. Так, а что-то открывается, нет? О. Идем! Скорее! Скорее, скорее! Побыстрее ты не мог. О, да ерунда. Он не привык ждать помощи от кого-то. Извини. Здесь ведь безопасно, правда? Точно безопаснее, чем там. Эй, ты знаешь вообще, что здесь происходит? Это какая-то чушь. Матерь Миранда всегда защищала нас, но... Не отвечают. Отец? Больно. Нам нужно попасть внутрь. Луиза непременно поможет. Эй, кто-нибудь дома? Нужен знакомый голос. Луиза, открой мне, это Елена! Тихо. Не ори, они могут услышать. Юлиан, спокойно. Кто это? Это друг. А ну назад. Отец! Юлиан, бога ради, впусти нас. Нет, они чуют кровь, ты погубишь нас всех. Мой отец умирает. Нас это не волнует. Кто-то пришел? Они хотят, чтобы я впустил полудохлого мужика. Хватит, они наши друзья. Прошу, входите. Ну же, сюда. Ты не из деревни? Нет. Я Итан. Юлиан, пройдись вокруг дома и все проверь. Все, иди. Ладно, короче, пропускаем. Все равно там, блин, стрёмно смотреть на такие катсцены. Сюда. Какой-то непонятный журнал. Отверточки у вас нет случайно? Не, ну графоний, да, зачетный, только для такого графония нужен хороший комп. Вот сюда, все уже ждут. Кто такая? Это что за хуй? Чужаки, нас всех перебьют! Тихо, Антон. Он друг Леонардо и Елены. И без него бы справились. Сядь, Итан. Я прошу. Здесь все, кто выжил? Из целой деревни? Кто выжил? Кто выжил? Да кто здесь вообще?
Какой-то калека! Тупая плакса, блять! И ты впустила этого полудохлого, да еще и чужака! И надеешься выжить? Не выжить нам! Этих всех убогих снаружи порвали в клочья. Ну а завтра... Завтра мы все подохнем. Как ее сраный муж. Да заткнись же ты, Роксана! Довольно. Наш дом столетиями защищал всю мою семью. Пьяных, старых. Вас здесь всех встретят и всех спрячут. Ну, короче, понятно. Отпусти! Елена? Отвали! О, Боже! Мне очень жаль, отец! Слушай, слушай, это был уже не твой отец. Ты все правильно сделала. Елена! Елена, нет! Его нельзя спасти! Папа! Этот чертов дом сейчас рухнет! Нет! Он был обречен. Нам его не спасти. Оставь меня! Нет, нам нужно выбраться. Мы сможем. Надо выбираться. Задание: сбегите из дома. Так, а чё, отверточка мне так... О! Можно сесть, что ли, да? Без ключа не сдвинуть. А, ключ нужен, да? Теперь ещё и ключ искать. Осталось 3 минуты. Уже, наверное, не успею за 3 минуты ключ найти. Алло. Ключ где взять? Чё-чё-чё-чё? Возьми отвертку с брелока, если понадобится. А где брелок? А, на ключах, да? Патроны, о. Так. Ну я тут. Прикольно. Картошка прям сделана. А, вот еще. Ничего, да? Осталась минутка, ну чё, блин, ключики я. О, здесь ещё посмотреть. Опять пусто.
Каких ключей мне брелок взять, не пойму. Где? Где ключи? Алло. Не вижу. Так, тут не открывается, да? Так, все, походу, да? Время, отведенное на демо-версию, стекло. Так, ладно, короче. Не, ну игра, наверное, прикольная. Как я понял, она, наверное, будет что-то в духе седьмой части, тоже от первого лица такой. Типа хоррор, ищешь там всякие вещички. Открываешь, чтобы пройти дальше. Фигово, что тут вот получилась такая шняга вот с этими с кат-сценами, что там, короче, идет только кат-сцены идут там, короче, то ли по 60 только FPS, и снизить нельзя, если у тебя комп идет меньшей частотой игра, то получается вот рассинхрон звука и того, как они свои рты открывают. Ну а так, думаю, игра, наверное, будет прикольная. Наверное, такая же, как и седьмая часть, там, как она, не помню, называется. Ну и всем, кто смотрел, спасибо за просмотр и пока.